Из-за увеличения территории областных районов больницы остались без постоянного финансирования. Врачи могли потерять работу, но в Одесскую облгосадминистрацию успокоили. Деньги в госбюджете найдутся. В дальнейшем этим вопросом будет заниматься Национальная служба здоровья Украины без посредников. Все лікувальні заклади, фінансування їх відбувається через Національну систему охорони здоров'я, НСЗУ, яка забезпечує заробітну плату, яка забезпечує по пакетам закуп, покупку ліків та медичного обладнання. Територіальні громади, які беруть до свого складу лікувальні заклади, вирішують питання тільки комунальних платежів. І всі інші питання перекладаються на державу. Увеличение районов также повлияло на уже существующее финансирование. Например, в Николаевском районе недавно вошел в состав укрупненного Березовского района, уменьшилась численность населения, тем самым и количество обращений в больницу. НСЗУ приняло решение, что в таких случаях будет продолжать обеспечивать лечебными пакетами, но меньшее количество пациентов. То есть на больницу, где есть 40 коек, будут выделять 20 медицинских пакетов.